Ровно 300 дней назад, 20 января, на чемпионате Европы в Москве Алина Загитова завоевала свой первый международный титул. Январь 2018 года, чемпионат Европы по фигурному катанию и триумф Алины Загитовой, той самой девчушки из Ижевска, которая после тюменских стартов пошла на небывалый, экстраординарный взлет и вместе с тренером Этери Тутберидзе всего за несколько лет стала одним из лидеров мирового фигурного катания. И вот уже олимпийское золото. Олимпиада в Корее сделала Алину не просто всемирно известной, но и всемирно любимой. Стоило Загитовой заикнуться о том, что ей нравятся собаки породы Акита Ину, и вуаля! Японцы подарили ей потрясающего щенка, которого Алина Загитова, конечно же, очень любит. На тренировку Загитовой в Мегаспорт пришли посмотреть сотни зрителей. Были дети, они младше Алины всего лет на 7. На тренировке Алина выглядела достаточно спокойной, расслабленной. После проката даже поприветствовала своих юных фанатов, приняла букет от одной из поклонниц в футболке «Go Zagi». «Пока это не боевой клич, а всего лишь хэштег», — объяснила болельщица.